Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Хотел бы вам показать вот такой самый простой способ установки капкана на куницу. Можно и К2 ставить, и обычный многозахват. Вот бывает, например, вот путик бьешь, да, или вообще, надо поставить быстро капкан, например, ни гвоздей, ничего нету с собой. Бывает, забываешь гвозди, а бывает, всякий случай в жизни бывает. И некоторые индивидуумы топор могут забыть. Но это не об этом. Бывает срочно вот капкан поставить. Вот ходит куница, раз, два, три. Не попадается где-то в одном месте, у нем много следов натоптано. Ходим елку вот. Желательно елку. Вот, чтоб, потому что у вас же гвоздей как бы нету. Чтоб крышу не делать. Елку с мощными сучками. Капкан называется он сучок. Вот, например, вот я ставлю здесь. Всегда. Вот на этом месте ставлю, ловлю куницу. Елку, видите, вот она сверху пышная, как бы не сильно капкан заносится снегом. Входите, сучок такой мощный, вот. Видите, какой мощный сучок. Вот. Ставите вот сюда капкан, а тут вешаете вниз приманку. Тут вниз приманку, или отсюда приманку вешаете, чтобы она стояла спереди. Вот такой способ, называется на сучок. Вот кому пригодится. Друзья и гости моего канала. Способ хороший, лобистый, куницу, соболя ловил, белку, горностая. Так что, давайте на сучок. Желательно елку. Она пышная, не так заносится под сосной или под березой, что-то быстро снегом занесет. Вот способ у меня. Путики есть. Когда я бил путик в начале прошлого сезона, ой, до того сезона, короче, бил, у меня гвозди кончились. И уже, в принципе, не то, что гвозди кончились, гвозди были. Начинало темнеть. У меня было, капканом 8-10 еще поставить. Мне надо было в один день поставить, потому что на следующий день он должен был идти на следующие путики. Ну и неохота было сдалека тащить эти капканы пустые. Ой, в рюкзаке капканы с приманкой. Я начал вот так ставить, на сучок. Ходил елку такую хорошую. На сучок ставил капкан. Сучок, смотрите, хороший, выбирайте вот этот, чтобы был крепкий, чтобы куница, если попалась в него, на капкан, не смогла оторвать и уйти. Что ладно, друзья и гости моего канала, до свидания. Самый простой и легкий способ установки капкана на куницу. Все, до свидания, любви, здоровья.